Всем привет, мои дорогие зрители, гости моего канала. Рада вас приветствовать в своем новом видео. Немного задержалась, и вот видео из светофора вышло в среду, а не, как обычно, во вторник. Но лучше поздно, чем никогда, как говорится. Садитесь со мной, будем интересные новиночки рассматривать. И не забывайте подписываться на мой канал. И что из новиночек появился? Вот такой вот универсальный гель для стирки. 374 рубля он стоит в интернете, но просто упаковка другая этой же фирмы. 354 рубля стоит светофора в новой упаковочке. Появился вот такой раствор хлоргексидина 0,05%. 264 рубля он в интернете, 101 рубль стоит всего в интернете 1 литр. Так, вот такой вот гель для стирки с пятновыводителем. Боже, ну почему это в таком все время виде? Вы посмотрите, насколько все разлито. 327 рублей, ну, брать точно не хочется. Вот такие вот пакеты. Они для заморозки. 26 на 36, 197 рублей 200 штук. Очень классные. Потом вам в конце видео расскажу и покажу, что я купила. И как раз их я тоже приобрела. Ну, а вот такой печеночный паштет с морковкой, пожалуйста, не берите. Это просто караул. Даже не хочу там сравнивать ни с чем. Это просто не паштет. 57 рублей стоит такая банка. А вот сардина тихоокеанская Иваси 123 рубля стоит она в Перекрестке. Здесь цена хорошая. Конечно же, покажу вам состав. Смотрите, останавливайте. Кому интересно, стоит всего 71 рубль. И она действительно неплохая. А вот леча от пиканты, это вообще просто супер вкуснота. Только привезли этот товар, поэтому не было ценника. На кассе знала, что 120 рублей, в интернете 229 рублей, и то баночка поменьше. Так, еще вот такие помидорчики, черри привезли, маринованные. Отзывы о них тоже замечательные, но, к сожалению, пока тоже только привезли, цены не было. Ну, все впереди, как говорится. Так, взяла вот тоже себе такую грунт эмаль, хотим супругам покрасить в гараже дверь, попробовать, 153 рубля, уж не знаю, насколько она плохая или хорошая, пишите, пожалуйста, в комментарии, 317 стоит в интернете, ну а я вам обязательно потом напишу отзыв. Появилась вот такая вот терка, тут уж столько прям вот разных терок, огромное количество, силиконовой вот такой ножкой, но цены, к сожалению, тоже не было. Снова привезли муку рязаночку, она, кстати, такая достаточно стала белая, раньше была такая серенькая, 359 рублей, здесь всего 140 рублей. Обожаю эти мультибоксы, классные, вообще супер, конечно, хорошие, у меня давным-давно служат, но цена... На Яндекс.Маркете 742 рубля, он здесь он 168. И вот привезли, конечно же, и мебель, которую многие где ищут. Вот такое вот зеркальце для красоты девочек. Кстати, очень даже неплохо сделано. Тут ящичек, ну, понятно, что низ еще не поставили. Очень симпатично выглядит. Стоит в интернете в Хофе 2999 рублей. А здесь цена немного, ну как немного... Достаточно подешевле, побюджетнее, ну и выполнено достаточно качественно. Цена 2233 рубля. Ну и еще вот такой комод, тоже замечательно ездят все ящички, все хорошо. Ну, очень бюджетный вариант, куда-то вот так вот поставить, просто супер будет выглядеть. 2 898 рублей, в Хофе тоже стоит подороже, где-то процентов на 30. Так все хорошо упаковано. Так что, кто искал, приезжайте. Адрес магазина будет в описании. Еще в этом магазине вот такая вот снова тележечка. У нее, знаете, вот на колесиках такой какой-то прорезиненный материал. Мне кажется, не будет промокать. 904 рубля стоит. Вот такие вот колесики, ну, не маленькие, но они такие легкие-легкие, прям совсем. Так, детские сабы такие миленькие. Они вот расцветка очень симпатичная. В интернете аж 718 рублей, но это просто с ума сойти. Здесь 245 рублей, расцветки есть разные, от 30 до 35 размера. Также для деток есть хаггис, вот такие классические, 42 подгузника. Ну, не знаю, оригинал или не оригинал, здесь цена 604 рубля, в интернете не нашла. Так, вот такой вот дезодорант, антиперспирант. 99 рублей нашла, это самая невысокая стоимость, здесь всего 53, я его тоже купила, в конце видео про него расскажу. Что касается сладенького, вот такой вот набор появился, но он, кстати, тоже пока без цены, но выглядит аппетитно.
Ну, а вот такие печенья мягенькие, они такие прям вот приятные, 266 рублей. Кто пробовал, пишите. 273 рубля за полкило в интернете стоят вот такие вот мишки желейные. Ну, здесь цена, конечно, совсем другая, 116 рублей, достаточно недорого. Но вкусные или нет, сказать не могу. Вот такие вот мячики детские, тут со Стражами Галактики, 199 рублей на просторах интернета. Ну, а здесь 114, тоже довольно-таки выгодно. Также здесь в этом магазине, это на улице Клары Цеткин, но точный адрес смотрите в описании. Очень большое количество вот этих конфитюров, извините, по 120 рублей, у них отзывы очень, кстати, хорошие. Тут из чего только нет, и манго, и черника, и клубника. В общем, приходите, покупайте. Кто искал из новиночек, появилась вот такая кукуруза. Она уже готовая, ну, вообще, это сладкая кукуруза. Вот такие три початочка, 115 рублей, 450 грамм. Сосиски, вернее, не сосиски, а сардельки появились. Показываю вам состав. Ну, в общем-то, так себе составчик. Ну, уж что хотеть за такую цену. 190 рублей за килограмм. Из новинок еще вот такие как бы слайсы из свинины. Они, ну, написали. Ну, мне кажется, это что-то похожее на бекон, но не бекон. 270 рублей стоит за 300 грамм. Еще появились вот такие куриные ноги. Я так понимаю, они все-таки копченые. Но вот вся этикетка стерлась. Причем, ладно бы на одной упаковке, нет, на всех просто упаковках стоит 250 рублей за килограмм. Что это, так и непонятно. От Турина, колбаса, вернее, Турина Ремит, это, кстати, она очень вкусная, 270 рублей ее нашла, а здесь 317 рублей. Ой, очень советую вот эту вот брынзу, она замечательная, вкусная, вот прям настоящую брынзу напоминает. Мне очень понравилось, 350 рублей за килограмм такой брынзы. И вот такая моцарелла, тоже очень она хорошая, качественная, тянется на пиццы просто замечательно. Я нашла 500 грамм за 300 рублей, а здесь 700 грамм за 328, так что в Светофоре гораздо бюджетнее. Ну, что касается овощей и фруктов, перевезли вот такие малышки, яблочки. Ну, это сезонные яблоки, но тут, конечно, уже и некоторые есть, которые подпортились. Что касается помидор, то нет, конечно, нет. А есть еще дыни и прекрасные груши, тоже купила. Потом вам расскажу в конце видео, посмотрим, понравились они или нет, и какие они вообще. Но на вид здесь они, конечно, были прям отборные, 135 рублей за килограмм. Конечно, в Светофоре всегда замечательные зелень, но я не встречала плохую, вот честное слово, всегда все очень свежее и аккуратное, и цена совсем невысокая. Также здесь есть арбузы. В этом магазине арбузы более такие аккуратненькие, нет никаких побитых. Так что приходите. Ну, еще есть черри-помидорчики. Ну, уже такие, как говорится, подуставшие, подзавявшие. Цена 78 рублей. Думаю, ну, выбрать что-то все-таки можно. Что касается заморозки, холодильники, ну, средней частоты. И нашла вот такие вот расфасованные креветки, достаточно большие. И, на удивление, очень мало льда, что меня прям действительно удивило. Ну, и стоимость тоже понравилось, всего 499 рублей за килограмм. Вот такие тоже сметанные пирожные мы покупали, очень вкусные. Берите, вот честно советую, приятно их очень кушать. Ну, а вот другие, 204 они, кстати, рубля за килограмм стоят. Ну, а вот эти, они с начинкой, ну, начинка какая-то прям вот химозная, честное слово. Ну, вот совсем не советую. Так что, ну, здесь, правда, дело вкусное, я бы не советовала. Так, ну и, конечно, от всей души советую вот эти приправы. Очень классные, 132 рубля такая мельничка, 390 рублей они стоят в интернете. Приправы вкусные, хорошие, качественные, берите, не пожалеете. Ну и у кассы нашла еще вот такие, такой набор фломастеров. Тут просто их, по-моему, 48 цветов, да. Они такие двухсторонние, вот смотрите, в общем, мне кажется, дети будут просто в восторге. Ну, цена, в принципе, такая, скажем, не самая бюджетная, но я думаю, что для такого качества вполне допустимая. 601 рубль. Так, ну давайте, девчонки, по традиции уже покажу, что я купила в Светофоре в этот раз. А то говорят, знаете, часто что показываю, но ничего не покупаю точно себе. Нет, покупаю, так что показываю вам как есть.
В общем, вот эти огурчики купила, но я их обожаю, они вкусные, отличные, в общем-то, это, ну, посмотрите, как они выглядят, ну и маринад у них действительно очень вкусный, хороший, ну, не знаю, мне очень-очень нравится, и корнишоны эти стоят 127 рублей, вот у меня чек, который, так что, вот, в общем, они очень вкусные, прям от души советую, так же, как вот этот горошек практик. Очень хороший горошек, вкусный, не знаю, никаких проблем с ним нет. Единственное, что, не знаю, плохо это или хорошо, вот когда банку открываете, его надо достаточно быстро, ну, все-таки использовать, съесть, потому что, ну, достаточно быстро он портится почему-то нельзя, прям плесенью покрывается. Так что, может быть, это показатель какой-то супернатуральности, уж не знаю. Стоит он, этот горошек, 90 рублей 70 копеек. Но горошек вкусный, нам очень понравился. Цена отличная за такую банку. Вот эти вот хлопья мультизлаковые высшего качества. Тут пшеница, рожь, овес, ячмень, пшено. Нам тоже очень нравится. Вот у меня, в общем-то, вся семья любит. С йогуртами, вот на завтрак. Очень вкусно. 400 грамм стоят они вообще такие совершенно небольшие деньги. Так, давайте сейчас я вам посмотрю, сколько стоят хлопья. Они стоят 66 рублей 70 копеек. Ну, согласитесь, это вообще просто ни о чем. Тут 400 грамм, в общем, нехорошие. Нету ни мусора, ничего. Мне прям очень понравились. Так, теперь еще вот этот вот дезодорант. Я вам уже как-то его показывала. Сейчас он снова появился. Он небольшой, да, такой малыш, скажем так. Его очень удобно брать с собой. У него, кстати, форму удобно держать. Вот, очень такой удобный, классный. И действительно выполняет свою задачу. Он антиперспирант и стоит всего 53 рубля. Ну, мне кажется, это, в общем-то, действительно того стоит. Он, ну, не 48, конечно, часов держит. Ну, везде так пишут, но нет. Но действительно выполняет свою задачу, ну, в общем-то, на 90% стоп. Ну, вот мне кажется, именно так. Так, девчонки, купила все-таки я этой мальчишке вот эту эмаль попробовать. Мы с мужем хотим там попробовать и покрасить в гараже дверь внутри. Она металлическая, поэтому вот интересно, получится и не получится. Купила вот такой вот коричневый оттенок. Там был черный и голубой, по-моему, ну, видео вы увидели. А вот, так что вот купила, посмотрим. Цена у нее невысокая, 154 рубля за вот такую банку. Тут, в общем-то, все написано, что, чего, да как. Ну, попробую. Не знаю, отзывы у всех разные. Кто говорит прям супер, кто говорит вообще выкидывайте, даже не пользуйтесь. Ну, не знаю, посмотрим, я обязательно вам расскажу. Вот эти пакеты, они для заморозки 26 на 36 сантиметров. Ну, и я, в общем-то, их покупаю не для заморозки. Ну, нет, ну, замораживать, конечно, тоже можно. Но я их просто так покупаю. Они довольно-таки плотные. Вот, смотрите, такие. Ну, не рвутся, как обычные пакетики. Вот мне они очень нравятся. Размер у них хороший, довольно-таки большой. Вот они такие, как перфорированные немножко. Вот, и за 200 штук цена 199 рублей. Можно и замораживать, можно и просто, в общем-то, цена отличная. Мне кажется, покупка выгодная, хорошая, ну и достаточно качественная. Так, привезли вот такие вот груши. Давайте так вам скажу, вот одну мы уже съели грушу, скажем так, кто любит более твердые груши, покупайте, вот кто любит такие прямо мягкие-мягкие, чтобы прям текло, либо им надо полежать немножко, либо вот все-таки это не ваш вариант, но мы любим такие достаточно плотненькие, жесткие, а вот они сочные, нормальные, в общем, мне и мужу понравились, попробовали, цена у них, конечно, тоже невысокая. 135 рублей за килограмм. В общем-то, особенно, мне кажется, сейчас так груш ты не найдешь за такую стоимость. А так они выглядят, посмотрите, все прям идеальненькие, что для светофора не всегда правило. Вот, но в этот раз прям действительно удачно. Вот, и появились дыни. Такая дынька. Обязательно вам в видео где-нибудь вот тут, ну, где-нибудь здесь подпишу, оказался на вкусный или не очень. В общем-то, дыня не симпатичненькая. Цена у нее 72,60 за килограмм. Вот такая дынька мне обошлась. 140 рублей. Нормальная, симпатичная. Нигде ничего испорченного, помятого. Все прекрасно. Их оставалось там действительно совсем немножко.
Так что вот взяла, тоже попробовать, обязательно вам напишу. Стоимость товаров вышла 913 рублей, но мне кажется, за такое количество, в общем-то, вполне себе оправданные и огурцы, и горошек, и эмали, и хлопья, и все, вот все, что я вам показала. В общем-то, мне кажется, что все оправдано. Так что вот такие у меня покупочки были. Сказала, что хорошо, что плохо. Ну, а по поводу дыньки обязательно на видео вам подпишу. Ну что ж, а на этом я уже буду прощаться с вами. Спасибо вам огромное, что остаетесь со мной до конца. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если так, то поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, поддержите меня. Ну и приходите на мой телеграм-канал, где у меня классные скидки с Wildberries. Все, всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока.